Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада видеть вас на моем канале «Мир глазами пенсионерки». Сейчас я хочу рассказать об отеле, в котором мы отдыхали 8 дней. Это отель «Паласа 3 звезды». Он находится в Бургасе, Солнечный берег. Отель находится в 100 метрах от пляжа. Мы брали завтраки и ужины. Очень вкусно готовят. Разнообразная еда, много фруктов. Комнаты очень уютные и современные. В комнате красивый интерьер. Имеется балкон, сейф, кондиционер, телевизор. Все, что необходимо для проживания в отеле. Около отеля находится много магазинчиков и супермаркетов. Рядом проходит пешеходная улица, на которой по вечерам гуляют много людей. Вот это пляж. Там море. Лежаки от отеля платные. Где-то 18 левов стоят. Недалеко от отеля горы. Это Балканские горы. Очень красивые виды открываются с пляжа. Об отеле еще скажу, что убирали каждый день номера. Меняли полотенца тоже каждый день. Все прекрасно. Никаких нареканий на персонал гостиницы нет. В гостинице также имеется обменный пункт валюты. На тот момент у нас 1 евро равен 1,9 лева. Чтобы лучше считать, в магазинах мы цену в левах просто делили на 2. Вот ресторан отеля «Паласа». Здесь можно заказать обед. Обед здесь заказывается, он не включен. Вот здесь меню некоторое. Сейчас вам покажу, как сделаны эти шатры и столики, где можно пообедать. Можно в открытых, на открытых столиках покушать, можно и на шатрах таких, в шатрах. Смотрите, как уютно, правда? Утром на завтрак и во время ужина тоже можно сидеть здесь, на воздухе, и кушать. Это бассейн с лежаками для взрослых и для детей есть тоже зонтики. У бассейна лежаки и зонтики бесплатно. Это ресепшн. Вот такие красивые и приятного цвета диванчики установлены.
Здесь все в таком виде спокойном, голубо-синим. Вот такая декорация сделана на окнах. Очень красиво. Здесь столики, на них тоже можно посидеть и покушать. Здесь бар. Рецепшн. Вот здесь обмен валюты происходит. Прямо в отеле. Хороший курс. Обзор холла я вам еще покажу. Мне очень здесь нравится. Красивый, спокойный цвет. Здесь стена с объявлениями. Мы вот ездили с тест-туром. Здесь вся информация, когда что произойдет. Здесь тоже вот интересные. Смотрите, какие сделаны соломенные шляпы, украшены тоже в тон всей гостиницы. А это ресторан, где мы завтракаем и ужинаем. Вот так он выглядит. Такие столики, салфетки красивые. Вот такой ресторан. Чистенький, уютный. Персонал очень хорошо работает, быстро убирает посуду. И столы всегда чистые. Работает два лифта. Работают два лифта. Вот эти лифты. Это наш коридор. Вот наш номер. 903. Красивая. Там лестница, можно идти пешком с 9-го этажа. Наш чудесный номер в гостинице Паласа. Кондиционер есть, кроватки есть, холодильник есть, тумбочка с креслом есть. Сейчас выйду на балкон. Ой, сетка есть. Посмотрите, мы на 9-м этаже. Посмотрите, бассейн. Ой, море видно. Это наш туалет. Тоже чудесно. Все чистенько, новенько. Отель называется Паласа. Паласа. Чудесный отель. Вот так. Полотенчики. Кафель красивый. Очень красиво. Это наша ванная комната. А, здесь вот душ только. Видите? Душ такой. Но будет все капать, конечно, на пол. Ну ничего. Чудесно. Друзья, спасибо за внимание. Спасибо, что смотрели мои видео. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. С вами была Ирина. До свидания.